Календарная зима в разгаре, но температура держится на нулевой отметке, так что лед на Волге тонок и ненадежен. Спасатели предупреждают, что безопасен лед толщиной от 10 сантиметров, при условии, что морозная погода будет сохраняться как минимум неделю. В местах быстрого течения, обильной растительности, бьющих ключей и стоков лед менее крепок. Особенно опасен лед в районе ГЭС, а это излюбленное место любителей тихой охоты. Рыбалка в таких условиях все равно, что игра в русскую рулетку. Ниже ГЭС и до Марпасада у нас Волга абсолютно чистая, то есть вода. Но в то же время рыбаки выходят, в том числе выходят ночью на лодках в темное время суток. Это абсолютно пренебрежение всеми правилами, всеми порядками, но и риск со своей жизнью. Поэтому хотелось бы прежде всего обратиться населению Чувашской Республики. В данный момент лед очень хрупкий, тонкий. Вообще выходить категорически запрещено, а выезжать тем более. Жизнь она дорога, она коротка, она одна.